Всем привет! Сегодня у нас в этом ролике очень простая тема и в то же время очень важная. Как правильно забивать гвозди? Вы думаете, что это все знают? Нет, не все. Особенно если у вас в семье есть дети и нужно научить ребенка забить гвоздь. С чего начать? Для маленьких гвоздей у нас есть маленький молоточек, для больших большой. Покажу на примере, как правильно забить гвоздь в деревянную поверхность. Смотрите, главное не повредить пальцы. Чтобы начать забивать гвоздь, надо взять его пониже, поближе к острой части. Поставить в то место, куда вы хотите забить. Поставить перпендикулярно к поверхности. И вначале маленькими короткими ударами сделать тестовый набой. Так, чтобы гвоздь влез в поверхность. Вот видите, гвоздь у нас уже стоит. А дальше мы сильным ударом вбиваем его до конца. Вот. И все. Гвоздь забит фактически. Также с маленькими гвоздями, если у вас есть маленький молоточек. Маленьким молоточком легче вбивать маленькие гвозди. Вначале набиваем, все, гвоздь вошел в поверхность, и дальше более сильным ударом уже вколачиваем его до конца. Вот такая простая техника, все зависит от практики. На самом деле, если ваш ребенок уже попробует несколько раз забивать гвозди таким образом, он сможет дальше работать и практиковаться. Всем спасибо за просмотр, жмите лайки, подписывайтесь.